Поисковые работы продолжались всю ночь по береговой линии. В 7 часов для поиска вылетел вертолет МЧС России со спасателями ЮРПСО МЧС России на борту. Всего к поисковым работам от единой государственной системы привлекается более 260 человек от МЧС России, службы спасения, сотрудников полиции, представителей казачества и добровольцы. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. С раннего утра на поиски снова вылетел вертолет. Его работу приостановили к 10 часам. В акватории моря продолжает курсировать судно госинспекции по маломерным судам. Вдоль береговой полосы обследование начали водолазы. 6 групп. 4 от МЧС и 2 от «Кубань-Спас». Они осмотрели устье реки Псизуапсе. В нем есть углубление до 5 метров. Видимость составляла не более 50-70 сантиметров. Проведение спусков в акватории моря пока невозможно из-за шторма и нулевой видимости. На берегу развернут оперативный штаб. В поисках активно помогают и местные жители.